Выехал дежурный караул по Ч-37 в составе одного отделения на автоцистерне, одного отделения на автолестнице. По прибытию к месту вызова было установлено, что сильное задымление в квартире 249 звеном ГДЗС со стволом Б была проложена рукавная линия и подан ствол Б на тушение. С другой стороны дома была поставлена автолестница вторым отделением. С той стороны дома как бы тоже зашли с той стороны дома. В течение 5 минут пожар был ликвидирован, погибших, пострадавших нет.